супергерой. Знаменитый Человек-паук. Вот мы и встретились с тобой лично. Где заложники? Они живы. Пока жив я. Все зависит от тебя. Чего ты хочешь? Знаешь, я был приятно удивлен, что тебе удалось спасти всех тех людей, которые были обречены на смерть мной. Но сегодня я докажу обратное. Ты любишь этот город, этих людей. За что? Чем они заслужили это? Прогнивший город, прогнившее общество. И ты готов отдать жизнь за них? Да. Если таких подонков, как ты, станет меньше, то да, я готов. Я лишь даю людям надежду. У моего друга ты ее отнял. Мне жаль твоего друга. Но ты же понимаешь, что без жертв не обойтись. Я не убийца. Больной ублюдок. Нет, я так не думаю. Thank you.
никого беспомощнее тебя. Сейчас тебе никто не поможет. И ей тоже. Знаешь, поначалу я хотел просто убить тебя и на этом закончить. Но сейчас я понял, что причиню тебе больше страданий, если ты будешь жить с мыслью о том, что не смог спасти всех этих людей. И самое главное, не смог остановить меня. Я добился своего. Заложники. Они живы. Пока жив я. Все зависит от тебя. События, происшедшие несколько дней назад, в здании Аскорб потрясли наш город. Число погибших в результате теракта до сих пор остается неизвестным. Очевидцы утверждают, что видели Человека-паука на месте происшествия. Люди задают себе вполне резонные вопросы. Где Человек-паук? Что будет с нами? Кто будет защищать город? Может быть, Человек-паук мертв? Я думаю, только время даст ответ на эти вопросы. Мой друг Чарли верил мне, а я подвел его, подвел всех. Я не знал, что быть супергероем – это игра, в которой победа невозможна. И что самые дорогие мне люди будут страдать больше всех. И я перестану приносить людям боль. Дальше так жить я не могу. Настало время сказать «Прощай, человек».